Спецборта с гуманитарной помощью из Югры приземлились в пункте назначения. Напомню, жители округа собрали около 70 тонн самого необходимого для эвакуированных жителей Донбасса. Гуманитарный корпус организовал работу 40 пунктов приема вещей во всех 22 муниципалитетах Югры. Более 6 тысяч жителей округа принесли продукты длительного хранения, детское питание, канцелярские принадлежности и одежду. Всю гуманитарную помощь отправили 3 самолетами. Сопровождают груз 14 югорских волонтеров. Гуманитарный груз из Югры прибыл в один из аэропортов ВКС России. Сейчас идет разгрузка продовольствия и предметов первой необходимости. Все они будут переданы нуждающимся жителям Украины и освобожденных территорий Донбасса.